Всем салам алейкум. Сегодня прекрасная погода, идет снег, прям все замело здесь в лесу. А мы выбрались пожарить стейки. Вот пытаемся сделать костер. Вот будем жарить на камне стейки, короче. Готовим. Правда, здесь, я как говорил, снег идет. Вот такие вот стейки ждут нагрева камня. Сейчас они пойдут на камень. Мы их пожарим. И уже слюни потекли. Так что пожарим их и покушаем в лесу. Надо сделать костер. А то что-то слабо. Отличный костер. О, уже попутал. Камень уже почти что нагретый. Стейки пойдут скоро. Да. В общем, друзья, я уже разогнался полным ходом. Мясо очень вкусное. Вот все, что осталось от этого стейка. Теперь ждем следующую партию стейков. Руки прям в жире, в масле. А так бомба, короче. Вообще погода. Сейчас заварим для чая. Прям в чашках, чтобы заварка попадала с чаем. Это будет крепкий чай. Все, уже сварил. Половину сюда, половину.